Аллилуйя, да. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам да умножится. Как я рад сегодня быть с вами, как я рад находиться вместе с вами в эфире. Конечно, я вас не вижу, и меня кто-нибудь может обвинить. Ты не можешь говорить, как я рад вас видеть. Но я вижу вас. В действительности я вас вижу, потому что у меня специальный экран сделан. И на этом экране я вижу, как появляется сообщение от вас. Я приветствую всех участников нашего интернет-академии Духа Святого «Дом веры». Если вы хотите, пройдите на Дом веры, присоединяйтесь к Дому веры, о чем гласила вот сейчас здесь надпись. Вот наш сайт domveры.ru. Присоединитесь, зайдите, и вы сможете увидеть меня через прямой эфир, и вы сможете увидеть так, как я вас вижу. Я вижу, к нам присоединились люди из разных мест, да, прихожане уже нашей общины, активные, живые, Розы и Лиля из Италии, Украины, Слава из Казахстана, Татьяна из Риги, Дмитрий из Воронежа, Лариса из Бершевы, шалом, дорогая, манишма. А у нас что, сегодня пятница? Шаббат шалом. Ух ты, у нас шаббат наступил. Шаббат шалом, поют в Израиле. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Слава Господу, приветствую всех. Я просто вижу, здесь появляется сообщение: Дмитрий из Воронежа, Лариса Бершевы, Яна из Москвы, Яна, привет. Юля Сабакана, привет, Юлечка. Приветствую. Алина с Кременчуга. Ой, сегодня она мне такие слова написала. Знаете, просто сердце радуется. И благодарю Бога за всех вас. Пусть Бог благословит. Инессу приветствую. Приветствую любовь. Всех, кто с той стороны находится и кто успевает мне что-нибудь написать, мир вам и благодать да умножится. Вы знаете, Алина мне в скайпе сегодня написала очень-очень приятное сообщение. Я сейчас попытаюсь его найти, где-нибудь у меня в скайпе написано. А вот Алина. Пастор Максим, хочу сказать вам, как хорошо знать и слушать вас почти каждый день. За время пребывания в Доме веры вы стали таким родным для меня. Да и вообще, все, кто смотрит, все, кто говорит через Дом веры, очень близки мне. Люблю переписываться с домоверовцами. Уже успел завести несколько друзей. Раньше подумать не могла, что друзьями могут быть люди, находящиеся на другом континенте, в которых никогда не видела. Слава Господу Иисусу Христу! Спасибо за Его величие и чудеса. Люблю Бога и Дом веры, нашу общину. Спасибо вам. Спасибо вам, драгоценная сестра, за такие радостные и теплые слова. Это такое благословение. Дорогие мои, я вижу ваши вопросы, я вижу ваши приветствия. Александр из Каменогорска приветствует всех-всех зрителей. Если у вас есть желание, присоединитесь к нам, к нашему эфиру. Зайдите просто на сайт domveры.ru, и вы сможете даже писать сообщения. Вот. Сейчас у нас будет важная тема. Я буду говорить об успехе христианской жизни. Как быть успешным христианином? Как добиться успехом. И это будет, ну, как бы серьезная тема, которую хотелось бы коснуться, хотелось бы разобрать, хотелось бы эту тему, ну, так, погрызть, как, знаете, собака грызет косточку, хотелось бы погрызть эту тему, чтобы она вся такая погрызанная была, чтобы вся она такая чук-чук-чук-чук, все хорошо было, и чтобы мы с вами узнали, в чем же секрет христианской жизни. Это несложные вопросы, я просто посидел, подумал и составил вместе, что является успехом для христианина. Давайте помолимся для начала. Боже всемогущий, благодарю Тебя за день милости, благодарю Тебя за день благословений, благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Благослови, Господь, нас. Держи нас в своих руках, направляй на пути Твои. Каждый день, Господь, мы меняемся и становимся ближе к Тебе, и познаем волю Твою, узнаем Тебя, дружим с Тобой, любим Тебя. Господь, мы ищем Тебя и желаем быть друзьями Твоими. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты держишь нас в своих руках. Благодарю Тебя за то, что Ты вразумляешь нас, укрепляешь нас, защищаешь нас. Благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас, Господь. Да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено. Боже, я прошу, благослови нас. Благослови каждого человека во имя Иисуса Христа. Я молюсь о благословении для вашей жизни. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, слава Божия, сила Божия, Дух Божий. Да коснется вас Господь, да изольет Бог от Духа Своего на вас. Во имя Иисуса благословляю. Да пребудет с вами Господь. Аминь.
Еще раз приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа. Я Максим Максим, и это прямой эфир. Мы говорим с вами на важную тему. Вчера мы начали говорить, и мы говорили, что разные лампочки, вспомните электрическая тема, разные лампочки издают свет, но одни при этом нагреваются и много потребляют энергии, много движений, много шума. Свет есть, слава Богу, но при этом они такие горячие, к ним не прикоснешься, не потрогаешь ничего. Есть другие лампочки, которые не потребляют много энергии, не нагреваются, не шумят, но светят точно так же, как и лампочки, которые накаливания. И вы знаете, вот это весь, вся тема, что мы с вами, как лампочки, есть люди, которые постоянно нагреваются. Конечно, вы свет издаете, но вы постоянно нагреваетесь. Как обычные лампочки, накаливание, лампа накаливания, такой христианин накаливания, раскаляется по любому поводу, там зажигается. И когда мы говорим о христианах, которые как новые эти лампочки, они потребляют мало энергии, но издают много света и не накаливаются, не нагреваются. Так много людей сегодня в нагретом состоянии. В нагретом состоянии они такие эмоционально возбуждены, эмоциональные страсти кипят. Давайте. Один брат мне написал после эфира, говорит: Максим, четко увидел себя, говорит, по этому примеру, в лампочках, говорит, себя увидел, и увидел, что помимо света я еще могу ошпарить людей и перегреть ситуацию. Это так и есть. Нам нужно учиться. Сегодня я хочу тему эту продолжить. Как быть успешным? Вообще, как, что нужно сделать? Это не просто же нажми вот на эту кнопку и получишь результат. Это только у дьявола, так в игровых автоматах. Нажми на кнопку и станешь успешным, благословенным. Нажми на кнопку и все будет хорошо. Просто нажми на кнопку и ты будешь такой крутой, так все попрет у тебя. И деньги, и все пойдет, и все, ты будешь счастливый. Счастье будет идти у тебя потоком. Просто нажми на кнопку. Просто поклонись мне, быстренько поклонись, и я тебе дам все царства земли, все твое, все в Все тебе дам. Ну, такая вот тема у дьявола. Он хочет тебе дать все царства земли, просто поклонись ему. Легко и быстро. Конечно же, мы знаем, что Царство Божие это не, как сказать, это не игровой автомат. Это больше как вышел сеятель сеять. Он посеял, спит, встает, не знает, как оно поднимается. Оно как-то поднимается, растет что-то там. Он поливает, пропалывает, заботится и в конечном итоге получает потрясающий результат, получает потрясающий эффект, получает потрясающий большой урожай. Но все растет медленно. Как стать успешным в Царстве Божьем? Об этом наша тема сегодняшняя. И давайте предположим, давайте скажите мне, с чего начинается Родина? С чего? Первый шаг успеха. Я бы хотел спросить дом веровцев, коль вы в Академии Духа Святого, скажите, вот первый шаг, с чего, что нужно сделать, вообще какие шаги? Это не просто один, конечно же, и то, и другое, и третье, но какой первый, самый важный шаг в подготовке, в начале служения? Первый шаг, первый маленький шаг. Что нужно сделать, чтобы быть успешным в Божьем Царстве. Первая заповедь, самая большая. Ирина из Москвы пишет: с Бога. Правильно, что с Бога? Просить у Бога надо больше. Что нужно сделать? Какой первый шаг? Вначале было слово, правильно. Первый шаг. Ну, давайте я подскажу. Слово и молитва, неправильно. Молитва, неправильно. Нет, не молитва, неправильно. Неправильно! Народ, вы что? Но Иисус сказал, первая заповедь. Весь закон на двух заповедях состоит. Шаббат шалом, Лариса с Украины. Какая первая заповедь? Скажите мне, с чего? Что первое? Иисус сказал, вот первая заповедь. Весь закон, все, в две. Первое и второе. Народ, секрет успеха. Кто-то говорит, нужно покаяться. Но если грешник кайся, конечно, нужно покаяться. Но это не значит, что если тебе нужна операция. Мне не нужна операция. Что значит операция? Операция самая важная. Нет. Ну, возлюбите Бога, Лариса с Бершевы ответила абсолютно верно. Молодец, Лариса. В Израиле знают толк в деле.
Первая заповедь – возлюбите Бога. Потом уже живите там и все остальное. Первое, Элис США тоже правильно ответила. Святослав ответил правильно из Кишинева. Правильно. С этого начинается. Возлюби Бога. Вот. Возлюби Бога. Все начинается с этого. Во-первых, возлюби Господа Бога. Всем сердцем своим, всем разумением твоим, всем крепостью твоим, всем естеством твоим, всей силой, всем сущностью твоей. С этого начинается все. Конечно, покаяние это уже, это как бы, это даже и молитва, и все остальное. Некоторые из вас готовы молиться, может быть, нужно заткнуться и просто возлюбить Бога. Многие молятся, как пулеметы, как лампочки накаливания. Не успел включиться, уже нагрелся. Давайте начнем с того, что первое, возлюби Бога. Бог хочет иметь с тобой отношения. Бог хочет иметь с тобой отношения. Потом уже читать Библию, потом уже все остальное. Первое, Бог это не просто какая-то машинка, которая требуется, чтобы ты молился, чтобы ты каялся. Некоторые думают, Бог сидит как какой-то, мазохист и требует, чтобы мы истязали себя и мучились, и просто... Да нет, Он хочет с нами отношения, Он хочет любить нас и быть любимым, Он хочет быть другом с нами. Он с этого начинается, Дорогие мои, я надеюсь, меня слышно, видно хорошо. Надеюсь, вы меня все слышите. С этого начинается все отношения с Богом. Не порти отношения с Богом, не порти... хождение перед Богом. Начните с того, что я хочу иметь Бога. Я хочу дружить с Ним, я хочу говорить с Ним, я хочу общаться с Ним. Я хочу быть другом Богу. Я хочу быть с Богом. Многие люди сегодня много чего хотят, много чего говорят, о многих вещах делают заявления. Но самое главное, это иметь отношение с Богом. Многие придут в тот день и скажут, Господи, мы молились! Мы молились, мы старались, мы трудились, мы все делали. А он скажет, ребят, делали? И вы думаете, что у вас теперь есть право кричать перед дверьми небесными, отворяй ворота! Нет, у тебя нет такого права. Он говорит, я вас не знаю. Я не знаю тебя. Я с тобой не дружу. Кто? Ты кто? Человек, ты кто? И вот вы знаете, вот этот момент истины. Ты кто? Для Бога кто ты? Работник? Маленькая пешка его великой армии? Звено? Запчасть? Кто ты? Грешник падающий? Кто ты? Или ты дитё Божие, имеющее отношение с Богом? Аллилуйя. Люди дорогие, вот с этого начинается отношение с Богом. Я понимаю, что мы несовершенные, и у многих из вас есть проблемы, у меня тоже есть свои проблемы, я несовершенный. Но когда мы говорим, что Бог ценит по шкале важности, это заповедь номер один. Люби Бога. Аллилуйя. Алина пишет из Кременчуга, я его создание. Аминь. Ты его драгоценность в руках, он держит тебя. Отношения имей строй. Многие люди хотят строить отношения с благодатью, дарами, подарками. И воспринимают Бога, когда он что-то дарит. О, Бог мне дал что-то, ура, Бог мне что-то дал. У меня есть какая-то ерунда, теперь это так, Бог меня любит. Человек дорогой мой, у тебя есть все, у тебя есть Бог. Строй с Ним отношения, найди отношения с Богом, постройте. Вот вы знаете, это, наверное, самый большой секрет успеха вашей христианской жизни. Построение твоей жизни общения. Не только молитвенной жизни. Некоторые путают, иногда говорят об общении, они всегда переводят на срез молитвы. Нет, это не вопрос даже молитвы, это вопрос отношений.
отношений. Разговариваешь ли ты с Богом? Говоришь ли ты с Ним? Слышишь ли ты Его? Общаешься ли ты с Ним? Стучишься ли ты к Нему? Как ты воспринимаешь Бога? Он судья, тебя будет судить. Он Бог сильный, мощный. Он может все разрушить, и ты трепещешь перед Ним. Или Он твой друг? Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всем естеством своим. Возлюби Бога. Возлюбите Бога. Аллилуйя. Возлюбите Бога. Возлюбите Бога. Дорогие мои, я стучусь к каждому из вас и обращаюсь к вам. Все начинается с самого... Это самое главное. Это фундамент успеха христианской жизни. Это фундамент. Все остальное потом уже исходит от этого. Первое основание отношения с Богом. Ну, давайте будем делать добрые дела, чтобы Бог нас услышал. Ну, это хорошо. Добрые дела тоже есть в моем списке. Давайте будем молиться, изучать. Это тоже нужно изучать, Писание, молиться. Но отношения с Богом не нужно. Многие люди, я обращаюсь к вам, вы пытаетесь компенсировать отсутствие отношений с Богом молитвой, добрыми делами, милосердием, активностью, прославлением, участием в служении, брынканием на гитары, активностью церковной, миссионерской работой. Не пытайся замазать, спрятать, замухлевать, запрятать, скрыть, заменить, компенсировать отсутствие отношений с Богом. Отношения с Богом. Отношения с Богом. Личная любовь. Не пытайтесь скрыть. Знаете, что такое религия? Я к вам все говорю. Религия — это когда ты пытаешься заменить отсутствие Бога всем чем угодно. Ты пытаешься заменить отсутствие Бога чем угодно. Активностью, служением, всякими состраданиями и все остальное. Ты пытаешься компенсировать отсутствие отношений с Богом всем чем угодно. Ты пытаешься засунуть... Это просто страшно. Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем ты пытаешься компенсировать? Ну, да, я понимаю, что если одна почка не работает, другая должна работать. Но многие люди делают большую ошибку. Вы пытаетесь заменить, подтасовать, подменить отсутствие отношений с Богом. Я вас прошу, не делать этого. Не делать. Это большая ошибка. Это ошибка, которую делают многие христиане. Они становятся религиозными. И потом вроде он молится, а злой, как собака. Почему? Нагретый, обжигает, пытается что-то сделать, говорит умные слова. Многие имея отсутствие отношения с Богом, они компенсируют активностями, служением, добродетелью. Это хорошо, добродетель — это прекрасно, это замечательно. Но если внутри ты злишься, делая добро, ты злишься, то значит тебе нет Бога. Кто не любит, у того нет Бога. Тот не рожден, тот не знает Бога, тот не близок с Богом, тот далек от Бога. Аминь. Дорогие, вот я стучусь к вам в попытке объяснить вот фундаментальную вещь. Не нужно пытаться сказать, что это жидкость, вода – жидкость и кофе – жидкость. Но вода – это вода. Человек может прожить без кофе, но не может прожить без воды. Но знаете, в кофе тоже есть вода, но это все-таки кофе. Горькая, крепкая, бодрящая. Ну, это кофе. Вы понимаете, о чем я говорю? Другими словами, когда вы пытаетесь заменить реальные отношения на искусственные, на нереальные, это очень неправильно. Это очень неправильно.
ты будешь видеть, знаете, как вот сейчас из-за того, что мы находимся с женой в разных местах, и мы через скайп общаемся, все, и мы разговариваем. Но, знаете, реальных отношений нет. Есть просто, ну вот, разговоры, новости, еще что-то, обсуждения, планы и так далее. О чем-то говорим мы, там разговариваем. Но самое настоящее, это когда он приедет рядом, я так прижмусь. И когда ночью мне холодно, я вот так к ней подберусь под одеялом, пролезу, вылезу рядом с ней, вот так лягу рядом и буду чувствовать ее тепло, буду чувствовать ее близость, запах ее. Вот многие не знают запаха Божьего, они не знают, кто такой Бог. Они знают про Него по скайпу, по телефону, по телевизору, через интернет, даже через Дом Веры. Ты пытаешься познать Бога через все, что угодно. Это хорошо, в принципе, знать о Боге, но лучше узнать Бога. Лучше узнать Бога. Сказать: Бог, я хочу иметь с тобой отношения. Настоящность. Не религиозность, не традиционность, настоящность, не пластмассовость, искренность, откровенность, любовь. Люби Бога. Иисус сказал, это самая наибольшая заповедь. Люби Бога. Да, Он всемогущий, да, Он сильный, да, Он такой. Можно про Него говорить, о том, что Он какой, но тебе просто узнать, чтобы Он тебе открылся и сказал, какой Он. Личные отношения с Богом. На них, наверное, зиждется христианство, настоящее христианство. Не религиозность, а настоящее, живое, живая вера. Настоящая живая вера, настоящий Христос, не созданный образ Христа. Многие смотрят на созданные образа. Да не образ тебе нужен, не какая-то картинка. Тебе нужен он лично. Мне не нужна картинка в скайпе жены, фотография в кошельке. Мне нужна настоящая, добрая, любящая, теплая жена, живая. Вот что мне нужно. Мне нужна жена, которая окажется рядом, откроется, приблизится, которая... Вот вы понимаете, о чем я говорю? Не компенсируйте фотографии отсутствия Бога. Не компенсируйте изображением. Все остальное, конечно, тоже надо. Но с этого начинается все. Любить Бога всей своей сущностью. Любить — это значит... быть настолько близко, быть отождествленным. Любовь — это отождествление, это соединение. Любовь — это когда мы соединены вместе, воедино целое. Это фундамент, это сила, это невероятная мощь. Любить Бога. Любить Бога. Любить Бога. Любить Бога. Аллилуйя. Как это потрясающе. Как это сильно. Как это откровение. Вот это и есть главный ингредиент, а потом все остальное из него вытекает. Теперь, если ты все остальное бегаешь, ищешь, но не находишь главного, не находишь главного отношений, ты можешь, конечно, все бегать, носиться везде и бедным помогать, и инвалидов кормить, и там еще кого-то, голодных кормить, инвалидов посетить, кому-то помочь, кого-то перенести, что-то сделать, но найти главного в своей жизни фундамент отношения с Господом. Отношения с Господом. Моисей одно время увлекся служением людям. Ведь Бог его послал, и он там пытался развести, разобраться, все. И там дел было столько, и вот снова, и снова. И кого-то барана нет, кто-то кому-то что-то сказал. И Моисей сидел вот так и говорит: так, следующий, так, что надо? Вот это, хорошо, так, вот так, вот так. Моисей судил, Моисей говорил: вот так надо. Вы знаете, когда все это шло своим чередом, и пришел к нему тесть и говорит: что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Ну как, я служу, я в служении. Он говорит: предстой перед Богом. Твоя задача — ходить перед Богом, стоять перед Богом, разговаривай с Богом, говори с Богом, общайся с Богом, повернись к Богу. Да, Моисей великий вождь, и он знает ответы на все вопросы. Но просто говори с Богом. Моисей, занимайся. Ты чем занимаешься? Доверь старейшинам, судьям, там поставь, пускай они судят, рассуждают, кто что должен сделать. Тебе не нужно этим заниматься.
Тебе нужно просто предстоять перед Богом, повернуться к Богу и разговаривать с Богом. Моисей, иди, говори с Богом. Аминь. Это самый главный ингредиент, то самое фундаментальное. Я даже хочу здесь вообще задержаться, и чтобы вы в сознании уловили, нельзя заменять, нельзя компенсировать, нельзя. Если у вас недоразвита эта составная часть, вы парализованный христианин. Ваша христианская жизнь в парализации. Вы не можете ничего сделать, потому что если нет отношений с Богом, все остальное бессмысленно. Все остальное подмена, все остальное, это просто пустышка. Все остальное это пустышка. Как иметь отношения с Богом? Как любить Бога? Я как бы сразу же хочу сказать. Это не молиться с утра до вечера, нет. Молиться надо. Это не читать Библию с утра до вечера. Читать Библию нужно. Это не носиться и улыбаться, и говорить, Бог любит тебя, проповедовать, миссионерствовать. Богу нравится то, что ты делаешь, но это не это. Это как проводить время с Богом. Проводить время с Творцом. Проводить время и быть рядом с Ним. Быть другом Божьим. Проводить время с Ним. Повернуться к Нему. Поискать отношения с Ним. Поговорить с Ним. Знаете, я прошу вас, молитвы хорошо. И когда ты постоянно, Господи, я прохожу к Тебе в этом присутствии, я хочу сказать Тебе, что так важно, чтобы Ты, Господь, творил чудеса, я благодарю Тебя за то, что вижу чудеса. Все, да-да-да-да-да-да-да-да, все хорошо, 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 хорошо. Это просьба, ходатайство. Дорогой Господь, ходатайствую за этого. И также хочу, Господь, чтобы Ты внес список дел вот это, вот это, вот это. Надо вот это все... чтобы ты сказал, Господь, как ты пришел к тебе? Прости, давно не был. Занимаюсь делами. У тебя все хорошо? Когда ты просто поговоришь с Богом. Без каких-то клише, приговорок, заговорок. Знаете, у нас есть молитвенное клише. Молитвенное клише, когда ты говоришь заготовками. Говоришь заготовками, которые у тебя в голове. Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что Ты с нами сегодня на этом месте. Яви свою славу. Вот, знаешь, вот эти молитвенные клише, которые сидят у тебя в голове, это не то, что ты говоришь, это ты говоришь заученные фразы. Ты говоришь такие подготовленные предложения, которые у тебя сидят в голове, и если у тебя нету мысли, ты их просто включаешь. Это не от сердца, это не сказано, да, да. Они сказаны. Я даже вот так могу говорить клише, а сам думать о другом. То есть я могу говорить раз, два, три. Хиты, 5, вышел зайчик погулять. А сам думать про рыбу, про охоту, про рыбалку. Молитвенные клише – это не отношение с Богом. Конечно, молиться нужно. И хорошо, что у нас есть молитвенные эти предложения, абзацы, которые ты можешь использовать, чтобы вообще начинать разговор. Это когда ты от сердца разговариваешь. Когда ты разговариваешь с Богом, и ты пытаешься понять, понял он тебя? Если ты не понял, ты как бы, Господь, чего? О чем ты говоришь? Многие люди все превращают в то, что, Господь, что мне делать? Скажи, что мне делать? Что мне делать? Господи, ты все знаешь, что мне делать? Да ничего. Просто, во-первых, не напрягайся, не парься, не накаливайся. Просто спокойствие, спокойствие, только спокойствие. Бог есть Бог мира, Иегова Шалом, Бог устройства, Бог порядка. Не надо сейчас здесь создавать напряжение. Боже, мы сейчас находимся в Академии Духа Святого, Дом Веры, наша интернет-община, наша церковь через интернет. Вот я разговариваю с вами, я говорю,
фундаментально подходя. Молиться надо. Конечно, если ты вообще не молишься, то хотя бы клише молись. Но когда мы говорим о разговоре с Богом, это не формат клише, не формат заготовок, которые прорабатывают. Я говорю о формате диалога. Да даже просто помолчать с Богом. Помолчать в Божьем присутствии. Опять, если ты молчишь в Божьем присутствии, и ты пришел, Боже, я в присутствии твоем помолчу. А в голове, да, нужно ужин приготовить, дети нужно накормить, что они сегодня? Ой, уроки сделать, не сделают. Так, Господи, в магазине-то, в холодильник пустой почти. Да, слава тебе, Господь, слава тебе. Холодильник пустой. Так, нужно список составить, что купить. А, молоко кончилось. Слушай, нужно молоко. Завтра кашу чем делать? Так, нужно позвонить сейчас, чтобы кашу купила. Да, молоко купила. Так, да, все хорошо. Господь, извини, я сейчас на минуточку. Алло, милый, заедь, купи молока. Завтра детям кушать нечего. Все, не можешь? Как не можешь? Магазин, ты раньше выйди с работы. Я вернулась, Господь, я вернулась. Все, слава тебе. Я опять в тишине посижу. А белье-то не стирано. Да, белье не постирано. Слава тебе. Белье-то надо постирать. Сил нет уже с этим бельем. Может, стиральную машинку поменять, а? Понимаете, это вот когда не просто помолчать и в точку посмотреть. Господи, минута молчания закончилась? Минута молчания никогда не длится одну минуту. Оно всегда длится почему-то меньше. Когда говорят минута молчания, она всегда секунд 30 идет, ну 20. Вы знаете, это не просто... Мне кто-то говорит, давайте встанем, минутой молчания там кого-то поменем. И я так встал, и сам на часы смотрю, думаю, интересно. И знаете, вот там, что нужно в минуту молчания делать? Что все молчат, а каждый о своем думает. Но когда мы говорим... Поговорите. Не нужно изображать, что ты с Богом разговариваешь. Ты не в церкви. Ой, многие так привыкли изображать, что они с Богом разговаривают. Не изображай, что ты разговариваешь с Богом. Просто говори. Просто говори с Богом. Аллилуйя. Надеюсь, вы меня сейчас слышите. Там я вижу, кто какой-то звук пропадает. Но, знаете, когда говорят, давай помолимся. Вот мне всегда требуется время отключиться от этого мысли. Так, выключишь. Чик-чик-чик, выключаешь мысли. Иногда время требуется, чтобы выключить все мысли. Ну, что там у тебя? Все хорошо на небе? Бог, привет. Выключите ваши мысли и включите сердце. Пусть Бог благословит. Во имя Иисуса Христа я говорю благословение над вами. Благословляю именем Иисуса Христа. Да начнутся у вас отношения с Богом. Да коснется вас Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Благословляю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем аминь. Будьте благословенны. Наш эфир подходит к концу, у меня последние 2 минуты. Я хочу сказать вам спасибо за ваше партнерство и участие. Спасибо за то, что вы поддерживаете меня вашими молитвами и финансами. Если возможно, поддержите приобретение камеры. Я попрошу, вы еще раз вы видите. Мы приобретаем камеру. Пройдите на наш сайт, вот на этот FundMe. Ком, сейчас вы на экране увидите, и поддержите. Мы хотим приобрести камеру, и нам еще одна камера нужна. Да пребудет с вами Господь. Я люблю, ценю, благодарю Бога за каждого из вас. Благодарю вас за участие, за поддержку. Благодарю вас за то, что вы активны в служении Господу. Хранит вас Господь. Держитесь за Господом. Ищите Его лица, и у вас все получится. И благословение Божие пребудет с вами. Завтра суббота, выходной, мы встретимся с вами в воскресенье. У меня сегодня будет много работы, а я вас люблю и благословляю. Дом веры, задержитесь.
Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.